И только малыш. Нет, Витя тоже дал тыки. Деточка, что? Они не путевые. Ты такая красивая. Они тебе куска пожалели. Да? Иди попробуй там, может, у чука в вольере. С чипом что-то тебе дадут, как самые красивые лица. А там... Видите, каждый приходит все-таки в тот вольер, где он был раньше. И вожак не исключение. Он зашел в соседний вольер, но Гек помогает Олегу Алексеевичу собирать мясо. Метят все львы. Метят. Вот такое незабываемое зрелище. И смотрите, к концу сезона молодые львы уже не боятся. Клава идет. Чук пометил, Гек по-своему метит. Побежал, побежал. Смотри, как он уже берет ссылку. А в это время тут очередь из львиц. Заходите. Вот. Озверевший малыш. Гека. И все. И пошло. Пошло движение. Геку дали там тырки, малыш. О, идет вожак. С Гедой. Долго стоять над саванной. Незабываемые эмоции. Огрызается. Геда, иди.